Всем привет! У нас на городской юлке есть вот такие аттракционы. Шары. Десять минут 200 рублей, 5 минут 150 рублей. Ребенок залазит внутрь и его катают. Летом тоже такие аттракционы есть. Здесь делают такое небольшой бассейн, и в нем ребенок катается. Ну, в принципе, не только ребенок, и взрослый может. Вот такие карусели. А еще есть вот такие электроснегокаты. Переделанные, конечно. Очень интересно. Вот такая замечательная каруселька в действии уже. Ну и каток, конечно, пользуется спросом. Сегодня немножко потеплело, минус 10, и людей много. Катание на банане по льду. Вот такая елка у нас. Дед Мороз со Снегурочкой. Вот такой интересный аттракцион. Электрокары. Внуку нравится на таких кататься. И еще две карусельки с трамплинчиками. Вот видите. И вторая карусель тоже с трамплинчиком. Ну и, конечно же, ледяная горка. В этом году снега немного почему-то у нас, но все-таки на такую горку снег насобирали. Вон как весело кататься с такой горки. И прокат электромобилей. Вот такие аттракционы на городской елке Новокузнецка. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.